Алло, привет. А ты в нашем городе, да? Сегодня-завтра? Может быть, поужинаем? Завтракать? Давай. Здорово. Давай. Пока. Здрасте. И вам здрасте. Мне, пожалуйста. Пожалуйста. Это завтраки? Завтраки. Только они кончились. Как закончились? До 11. Завтраки кончились? Уже поздно. Потрясающе, да. Привет. Сколько лет, сколько зим? Ой, не говори. Молчи. А ты вообще не изменился. Дикий совсем. Так, зарос только. Рада тебя видеть. Ты вообще не меняешься. Спасибо. Может, немножко что-нибудь позавтракаем? По-моему, в наше время люди слишком много едят. Я никогда плотно не завтракаю. А, может быть, немножко рыбки? Может быть, у вас есть незамороженная свежая рыба? Конечно. У нас есть свежайшая стерлядь. Свежая. Стерлядь. 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 Пожалуйста, стерлядь. Ага. Может быть, пока перекусите? Я никогда плотно не завтракаю. Может быть, у них есть, знаешь что, икра? От икры я бы не отказалась. Минуточку. Молодой человек, и мне тоже. Картошки фри. Фу. Конечно, забудьте. Зачем ты ешь эту гадость? Ну как же можно работать на полный желудок? Ты же писатель. Это же вредно. Канцерогены. Канцерогены? Ваша икорка. Может быть, вина? Я никогда не пью за завтраком ничего, кроме белого вина. Знаешь, французские вина белые, такие легкие, они так хороши для пищеварения, но мой доктор запретил мне пить все, кроме шампанского. Бутылочку? Бокал, пожалуйста, даме. Принесите. А мне воды на ваш вкус. Чирикаешь. Писательские заметки, да? А напиши сценарий для меня. Напишу. Да? Специально напишу. Я вижу, ты все-таки привык плотно завтракать. И совершенно напрасно. Вот уверяю тебя, если бы ты ел одно блюдо, ты чувствовал себя гораздо бы лучше. Я вроде и ем только одно блюдо. Более того, я сегодня не буду ни ужинать, ни обедать. Шутник! Знаешь, у меня есть одно правило. Из-за стола надо вставать с таким ощущением, как будто бы ты еще не наелся. Ты еще не наелась? Нет, я не голодна. Я не про себя, я для тебя. Я когда завтракаю, я пью только кофе. А потом на второй завтрак я могу перекусить что-нибудь такое легкое-легкое. Например, ананас. Ананас очень хорошо для пищеварения, поверь мне. Ананасик? Рекомендую. Порезать? Да, с собой. Молодой человек, можно счет? Может. Знаешь, у меня для тебя есть очень важный совет. Чаевых надо оставлять побольше. Полноту. По всему миру глобальное изменение вкусов. Худобу признали болезнью. На показах мод запрещены слишком худые модели. Да, это та женщина. Ничего себе. Немножко изменилась. Изменилась, да. Ну, наверное, это из-за родов. Может такое быть. Ну что ж, бывает. Спасибо.